Здравствуйте, с вами Ольга Рудыка. Сегодня в интерьерах ресторана Нескучного сада пройдет вторая ежегодная церемония награждения премии Glens in Mirror. По красной ковровой дорожке пройдут как номинанты, так и почетные гости премии. 10 номинаций, 10 лауреатов, дефиле, выступление артистов и праздничный ужин. Все это нас ждет в ближайшие минуты. Так не будем же терять время. Скажите, пожалуйста, а сколько лет работает салон? Салону 14 февраля следующего года будет 2 года. Какие планы на будущее? У нас планов очень много. Самые ближайшие – это открытие второй половины салона. Там будет много сюрпризов для наших клиентов, для наших друзей. А что нас сегодня ожидает на премии Glens in Mirror? На премии нас ожидают сюрпризы, я бы не хотела их выдавать заранее. Какие номинации у вас представлены в премии? Зачем же я буду раскрывать все секреты? Вы все увидите сегодня на премии. Я считаю, что наш салон совершенно уникальный, потому что у нас не просто клиенты, у нас наши друзья. Вы впервые на премии Glens in Mirror? Да, я впервые на этой премии. Давно ли вы являетесь клиентом салона Glens in Mirror? Нет, вот я с сегодняшнего дня являюсь клиентом салона. Скажите, вы впервые на премии Glens in Mirror? Нет, второй раз уже. В прошлом году я была на первой премии. А вы номинированы сегодня? Не знаю, потом сюрприз будет. Впервые на премии Glens in Mirror? В прошлом году я была удостоена этой премии. Мне очень приятно, я безумно благодарна организаторам. В этом году я хочу порадоваться за кого-нибудь другого. Хочу сказать, что второй раз она проходит, и, как всегда, все дорого, красиво, с размахом, со вкусом. Поэтому Кристина молодец. Вы давно являетесь клиентом салона Glens? Ну, практически с открытия. Какие-то есть любимые процедуры, которые вы делаете в салоне? Это ящий дом. Это замечательная процедура для тех людей, которые очень часто летают. Можно просто за 30 минут потерять 2 килограмма воды без никаких особых напряжений. Мне очень приятно было участвовать в этой номинации. И впервые я участвую в соревнованиях с девушкой. Номинация, которая называется «Благотворительность». И я считаю, что каждый уважающий себя учредитель любой премии обязательно должен это теперь включать как одну из номинаций, потому что это то, что очень необходимо сейчас людям. Какая-то доброта, доверие друг другу и желание помочь ближним. Являюсь клиентом салона практически с его открытия. Очень довольна качеством работы профессиональных мастеров. А какие-то есть любимые процедуры в салоне? Мне вот насколько мне очень нравится маникюр делать именно в салоне Glens, потому что там прям ну с какой-то ювелирной работой мастера подходят к ручкам. Ну и косметологи прям оживят любую девушку и молодого человека, кстати, тоже. Давно ли вы знакомы с самим салоном? Я слышала очень много прекрасных слов от разных людей, которые любят шик, которые любят моду, которые любят качество. И все это относится именно к компании.
Расскажите о вашей коллекции в рамках премии. Эту коллекцию мы представили еще на неделе моды в Москве. Это первый раз я работала вообще, в принципе, с мехом. Мне предложили старое мелкого зверохозяйство обработать с мехом. Было трудно, но я думаю, что как бы получилось то, что получилось. Я не знаю, это вам... Получилось отлично. Ну, слава богу, я очень старался. Желаю салону развития, процветания, замечательных клиентов. Огромные прибыли в новом году. Чтобы всю красоту и магию Глента видели не только в России, но и во всех мировых странах. I love Fashion TV. 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 Итак, премия Глент ин Миррор подошла к концу. С вами была Ольга Рудыка. I love Fashion TV.